Всем приветики, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами коробка Азия. Делаю вот так вот, как котик в витрине китайского ресторана, потому что вот она, хорошенькая коробка Азия. Много в ней клевых всяких продуктов, потому что, ну, кто является самым главным изобретателем бьюти-рынка? Конечно же, Азия. И вот она ломится от всякого богатства и добра. Как слоеный пирог всегда достаю. Карточка Елена Александровна здесь. Радуется нарциссам. В общем, где-то у нас наша газета. По газете и пойдем. Первый продукт. Новиночка Барбариан. В корейско-французском бренде. Моем радостно-нежно-любимом. И здесь миниатюрка с красным перцем. Это крем для лица. И еще подарочек. Попробуйте саше. Это маска из той же линейки с красным перцем для хорошего цвета лица. Очень красивая упаковка. Очень вкусно пахнет он. У меня уже почти закончился тестируемый мой образец. И что важно? О чем важно прям заявить? Если продукт с красным перцем, это не значит, что он жжет. Потому что многие мне задали вопрос, Лена, что он от этого перца лицо горит, и от этого цвет лица хороший становится. Конечно же, нет, нет, и еще раз нет. Он вообще очень приятный на лице, легкий крем-гель, вот такого красноватого оттенка. Быстро впитывается, увлажняет кожу хорошо и работает над улучшением лица за счет экстракта красного перца, а не за счет его жгучих свойств. Такое чувство, что вас немножко пофотошопили. Сделайте фотографию, например, с чистой кожей до нанесения и после нанесения. Сразу увидите разницу, потому что реально такой немножко светорассеивающий эффект. Цвет лица сразу кажется намного ровнее. Доктор Сьюрикал себорегулирующий комплекс. Причем комплекс Step 1, Step 2, Step 3. Саше на одно использование, чтобы вы вжух-вжух-вжух намазали и попробовали. Продукты из этого комплекса продаются, конечно, полноразмерками отдельно, но есть еще и наборчик, когда есть крем и к нему тонер и сыворотка. Это себорегулирующий комплекс, он называется 5A. Тонер можно нанести на ватный диск и протереть, но лучше нанести и протереть, а потом еще нанести один слой пальчиками, потом сыворотка, потом крем. Аюми! Треугольничек! Как будто бы это сахарок или маленькие сливки, но нет, это Bubble Mask. Полноразмерно эти маски продаются вот в таких вот маленьких штучках, в такой монодозочке. Маска не испортится, вы ее хоп, сразу использовали и все. Очень часто, когда вы открываете, закрываете тюбик, в него попадает кислород, и она начинает пузыриться у вас прямо в упаковке и портится. Очень жалко потом. Bubble Mask, маска, которая наносится на лицо и начинает вспениваться очень активно. За счет этого насыщает кожу кислородом, вытягивает загрязнения, буквально высасывает их из пор и хорошо выравнивает рельеф. Вообще вот свой Bubble Mask есть такое, оставлять после себя какой-то такой матовый красивый финиш с разглаженным на коже рельефом. Среди Bubble Mask это такое очень хорошее соотношение цены и качества. Следующий продукт это тоже набор сывороток в шоссе. Блистер. Прекрасное звучное слово. Блистер. А вот саше, у нас саше что-то не очень дела. В общем, здесь 4 блистера с сывороткой с витамином С. Это прозрачная сыворотка, защищающая кожу от воздействия свободных радикалов, от фотостарения, гиперпигментации. Витамин С улучшает синтез коллагена, эластина, выравнивает тон кожи, улучшает защитные свойства. Витамин С требует, чтобы поверх него вы нанесли высокий SPF-фактор, потому что он очень реагирует на солнце. Но все мы знаем прекрасно, как действует витамин С на кожу. Настроение хорошее, даже от одного аромата. Покров кожи восстанавливается, разглаживается, повышается упругость и ее сияние. За 4 раза точно поймете, как оно вам. Nature Republic. Where are you? Вот она, масочка. Антибактериальная, скажем так. Всем бактериям. Пил. Эта маска хорошо рекомендована для тех, у кого кожа жирная, для тех, у кого забиваются поры. Она дает очень хороший заживляющий эффект, плюс восстанавливающий кожный покров. Там экстракт зеленого чая за все отвечает. Кофеин, который отвечает за микроциркуляцию крови, очень хорошо убирает отечность. Нанесение все по классике с тканевыми масками. Нанести на чистую кожу, прилепить, разгладить, убрать пузырики, на 10-20 минут оставить, радостно снять, втереть и наносить весь свой дальнейший уход и потом макияж. Тип кожи любой, но для тех, у кого проблемная кожа, комбинированная и с высыпаниями будет особенно круто. Вамиса. Гидрофильное масло. Хорошенькое. Цветочное в бутылочке. Полноразмерно большая бутылка с помпой-дозатором. Тоже очень важно. Почему? Потому что это гидрофильное масло. У гидрофильного масла есть одна принципиальная особенность и отличие от всех других средств. Смешиваясь с водой, оно превращается в легкую эмульсию и перестает быть маслом. Поэтому, когда есть помпа и дозатор, вы точно не добавите воды случайным образом в банку. И у вас оно не испортится. Потому что вот капните хотя бы одну каплю в бутылку гидрофильного масла, и все. И нет у вас гидрофильного
оливкового масла, есть у вас легкая эмульсия. Травянистый, но вполне ненавязчивый аромат, очень приятный, который очень быстро куда-то испаряется. Намазывайте на сухое лицо. Это принципиально важное значение для гидрофильного масла. Поэтому наносите сухими ручками по коже, возюкайте по своему макияжу. Гидрофильным маслом отлично смывается весь существующий в этом мире тон. Массируйте и потом смываете теплой водичкой. Масло тут же превращается в нежное молочко, смывается без остатка, кожа ровная, поры затянуты, гладкие, финиш такой тоже бархатный и матовый. Единственное, что не устану повторять, никакого гидрофильного масла на глаза, потому что оно начнет эмульгироваться за счет влаги ваших глаз. Не надо так раздражать слизистую глаз, смойте глаза специальным средством. Двигаемся дальше, и у нас Travel Set from Enhel Beauty. Пожалуйста, Enhel. И, конечно, перевод на русский. Сет в путешествие. Вот такая штуковина. Это тоже у нас что? Вы думали, суше? Нет. Блистер. Здесь двухкомпонентный шампунь и тритмент для волос. У меня, кстати, сегодня всеми этими продуктами голова-то и помыта. Выглядит полноразмерно, очень прикольно. Это два шампуня, которые срослись как сиамские близнецы. На самом деле, вот их реально там два. Они просто затянуты неким корсетом. И образуют вот такой вот двух головое бьюти-чудовище. Здесь важно, что в равной степени вы выжимаете из одной и из другой помпы, смешиваете на руках и тогда наносите. Это вот раз-два. И третий это тритмент. Это уже уход, который вы наносите как бальзам, как маску можно подержать подольше. Тоже будет классно. Enhel очень занимательный бренд. Вот для тех, кто любит что-нибудь эдакое со своей культурой и философией, то это вам вот по адресу. Потому что Юлия Enhel, она начала с воды водородной, просто очень глубоко погрузилась в японские секреты красоты, привлекла ученых, привлекла технологии, просто сделала свой обалденный продукт. И очень радостно наблюдать, как линия Enhel развивается, становится шире, и все это во благо красоты и здоровья. Молодцы! Salus Box, маска двухкомпонентная, Secret Garden. Тут целая история любви, если сложить все эти маски, потому что вот Favorites, например, у нас была маска с оливами, там была свадебка, тут свадебка, но уже чуть-чуть другая. Розовая свадьба, есть такая, это когда 10 лет люди вместе. Это маска из двух компонентов, здесь сыворотка, активный концентрат, который вы сначала наносите на лицо, и сверху залепляете этой тканевой маской, которая также пропитана. И несмотря на то, что свадьба здесь розовая, маска с экстрактом чайного дерева. Она очищает, снимает воспаление, дает антибактериальное действие, способствует заживлению каких-то микротравмочек, очень хорошо увлажняет кожу и удерживает влагу. На очищенную кожу сначала кремовую сыворотку, потом все закрыть маской, 10-20 минут лежим, балдеем, снимаем, смывать не надо, сразу наносим дальнейший уход и макияж. Сейчас я вам покажу, у кого на самом деле широкая кость. Мистер Авокадо, он так и говорит, hello, I am Авокадо. И как вы думаете, что это за маска? Не поверите, никогда не догадайтесь, это маска с экстрактом авокадо. Она смягчает, она придает сияние и очень хорошо разглаживает, если у вас шелушение или вот прям кожи не хватает напитанности, то это ваш вариант. Это вообще, в принципе, для любого человека вариант, когда он в обезвоженном состоянии, а таких много вариантов, это и после солнца, и после вечеринки, после даже интенсивного спорта очень часто организма обезвоживается. Поэтому держите ее в холодильнике, чтобы она была холодная, и наносите в тот момент, когда вам хочется, чтобы ваша кожа как будто бы огромный тост с авокадо съела и улыбалась потом от счастья. Очень классно, кстати, делать ее на ночь, потому что она достаточно такая густая, питательная. Я вам даже рекомендую, когда вы нанесете эту маску, выдавить еще все оттуда, все остаточки, и вот прям сверху положить на маску, чтобы она сильнее питалась и чтобы больше было маски. Фрудия. Это рукавичка по форме какой-то лапки мистера кота. Маленькая рукавичка. Это пилинговые диски с экстрактом зеленого винограда. Вот они. Берете так и пилингуете. Пилинговые диски справляются с отшелушиванием кожи на ура. Ну и плюс кожа у меня очень быстро обезвоживается, в том числе потому что я очень много говорю. Вот кто не знал, когда много говоришь, кожа быстрее обезвоживается. Второй момент, я все время пялюсь в экран. Вот, например, сейчас. И на меня все время светит очень много света. Даже вот эти прожекторы, которые помогают сделать это видео ярче. А это все
избыток света, который разрушает барьерные свойства моей кожи. Мне регулярно необходимо чуть-чуть обновлять кожу, обновлять и освежать верхний слой. И пилинговые диски у меня есть всегда. Принцип действия очень простой: очищенную кожу потереть одной стороной, потереть другой стороной, ну и в целом можете смывать, потому что кислоты, они расщепляют омертвевшие частички и уходят вместе с водой. Большая здесь банка, надолго вам хватит. Биоводородная вода. Миниатюрка красавица. Обожаю миниатюрки Dr. Jart, потому что они такие хорошенькие. Водичка очищающая Dermaclear. Полноразмерно выглядит точно так же, только в большой бутылке. Я вам принесла специально из Beauty Store показать упаковку. Что клево, у нее есть доливашка. Вот это то, что мне страшно хотелось вам продемонстрировать. Когда она заканчивается, вы доливаете, и у вас еще одна целая бутылка. Она содержит биоводородную воду, что, собственно, понятно из названия, которая бережно очищает кожу и очень легко справляется даже с самым стойким макияжем. Принцип действия, как любой очищающей воды, вы наносите на ватный диск, протираете и радуйтесь, потому что все чистенько. Шисейдичка в красивой миниатюрке в коробочке. Мне так нравится, когда миниатюрки имеют свою коробочку. Они как будто бы маленькие девочки в маминых туфлях, как будто взрослые. Такой вот тюбик малышня, энергетическая эмульсия для лица дневная. Она в прикольной банке с откручивающейся крышкой, очень легкая и имеет такой розоватый оттенок, за счет чего она немножко подсвечивает, выравнивает, убирает лишнюю желтизну и дает такой очень свежий цвет лица. Очень классно, как базовое средство перед макияжем. Это такой, знаете, как бьюти-бальзам, потому что кожа реально как будто бы прям аж светится после этой эмульсии. Смотрите по рукам. Просто какая разница. Во-первых, и увлажнение, и разглаживание, и вот это вот сияние. Плюс она сама по себе очень легкая такая, парфюмированная, с нежным ароматом. Если вам не нужен антиэйдж, например, уход, вам в целом можно ограничиться этой эмульсией, использовать ее как дневное средство. Следующий саше — это Japan Gals. Маска-сыворотка с органовым маслом и, внимание, золотом для упругости кожи. Вообще, она продается недельным курсом в такой, ну, достаточно большой упаковке. Здесь попробуйте одну штучку. Она очень густо пропитана сывороткой, поэтому все, что останется, обязательно вымажите еще везде. Где только захотите, там и намажьте. Главное, используйте до последней капельки. Она очень интенсивно увлажняет, насыщает кожу, кожа расправляется. То есть прям мое любимое такое сравнение по ощущениям, как будто кожа попила воды. По принципу действия все как обычно. Очищенная кожа, 10 минут, можно дольше. Она очень интенсивная, поэтому когда снимете ее с лица, налепите ее еще на шею и можете дальше снижаться. Локти, колени, все нуждается в том, чтобы дополнительно увлажняться, потому что она очень хорошо подходит, и вот ее реально можно еще потом после лица на парочке мест поиспользовать. Биоре, солнцезащитное средство. Тебе-то зачем? Ты дома сидишь. SPF 50. Очень классное средство для мужчин, кстати. И для тех, у кого жирная кожа, и кто не любит, чтобы было липко. Потому что это солнцезащитное средство гелевое. Здесь помимо солнцезащитного фактора есть еще гиалуроновая кислота, экстракт маточного молочка. То есть это такой легкий-легкий-легкий водянистый крем-гель, но при этом SPF 50. SPF 50 это максимум. Защита от лучей группы А и группы Б. Вот это вот PA, это фактор A. Это фактор защиты от лучей А. Когда написано PA 4 плюсика, это значит, что защита от лучей группы А более 10 часов. Здесь миниатюрка. В коробочке достаточно большая его, потому что много не надо этого средства. И вам нужно наносить его тонким слоем. Мизон. Антивозрастная маска, которая завершает нашу коробку. Эта маска пропитана сывороткой от морщин. Глубоко увлажняет. Это первое, что необходимо. Кожа с возрастными изменениями. Активизирует выработку собственного коллагена и эластина. Снимает раздражение, отечность тебе лишнюю, выравнивает тон, слегка осветляя кожу и сглаживая переходы между какими-то вот веснушками, фотостарением. Очень хорошо, кстати, против пятен от акне. Там один из основных компонентов — это улиточная слизь. Тимушка пришла. Бэтмен пришел. Фильтрат улиточной слизи, а он очень мощный антиоксидант, который также защищает кожу от свободных радикалов. Это в том числе от воздействия вот этого экрана и вот этих вот световых источников. Сохраняет вашу и мою, в том числе и мистера Кота, молодость. Вот, управились. Пробуйте, потому что азиатский рынок, он просто полон чудес. Вот все мои поездки в Корею, Японию, Китай, конечно же, сопровождались восторгом во многих индустриях, но бьюти-индустрия азиатского рынка рвет всех. Так за своей кожей не ухаживает
никто. Я вам могу сказать, что в Корее, если ты не ухаживаешь 17 этапами за своей кожей, на тебя смотрят как реально на сумасшедшего человека. Они стремятся увлажнять кожу настолько, чтобы даже вот такой стики эффект получался. И благодаря этой технологии, благодаря их рвению увлажнять кожу бесконечно, стики эффект стал один из самых ключевых трендов в нюдовом макияже по всему миру. Гидрофильное масло сейчас есть в половине брендов, BBCC, кушоны есть в половине брендов, тинты захватили все декоративные линейки всех косметических брендов в мире. Все это благодаря тому, что есть азиатский рынок, который не боится придумывать что-то новое, удивлять. Пока мы с вами тут записывали видео о мистер Кот махал хвостиком, на азиатском рынке, я уверена, появилась новая категория продуктов, 25 новых брендов, и в каждом бренде еще 148 новых продуктов. Ну что, я машу вам как котик китайский на удачу. Вот. Целую, пока!